приветствую зрителей. Сегодня мы запустим визуальную новеллу Ясуга Носора на Windows 10. Для этого нам понадобится скачать одну программу по ссылке в описании. Она позволит запустить ее. Вот видите. Откроем расположение с нашей игрой. Я установил ее на диск C. И как видите, она не запускается. Видите? Не запускается стандартным способом. Даже если запустить от имени администратора. Вот видите. Не запускается. Это проблема. Но это легко решаемо. Для начала переходим по ссылке и скачиваем необходимый софт. Такс. Софт у нас вот здесь находится мой. Значит. Вот она, программка сама. Запускаем ее. Точнее, устанавливаем. И открываем местоположение нашего эксешника в папке. То есть в моем случае это диск C, программ файлус и сама папка с игрой. Путь я рекомендую переименовать на английские буквы. То есть вот как у меня примерно. Чтобы не было тут никаких иероглифов. И что ж, выбираем этим приложением наш эксешник. Вот он. Открыть. И нажать кнопку Connect. И нажать ОК. И как мы видим, все запускается. Это можно закрыть. София! Как мы видим, все работает на Windows 10. Можно игру на full screen сделать. Конфиг. Все, теперь игра на полном экранном режиме. Как мы видим, все работает. Это новый способ. Предыдущий способ я делал для Windows 7, как запускать. А это Windows 10. У меня тут несколько клиентов. Видите, все работает. Можете поддержать видео лайком, если вам зашло. А с вами был дилер XLove. До встречи в визуальных новеллах.